Женщин-предпринимательниц становится больше. В Актобе представительницы слабого пола теперь трудятся не только в торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе, но и в строительстве, производстве и переработке продукции. Вклад наших дам в формирование ВВП страны составляет 40%. При поддержке фонда «Даму» для деловых женщин организовали семинар. По словам его участниц, бизнес для них – спасение от повседневной рутинной жизни домохозяйки и возможность доказать, что они умны, предприимчивы и талантливы. По мнению чиновников, женщины в бизнесе более гибкие, менее азартны, детально изучают риски проектов, потребительский спрос и свойства товара. Более половины всех занятых в образовании, здравоохранении, культуре и бизнесе – представительницы прекрасной половины. С начала реализации дорожной карты в Актобе Фондом развития предпринимательства было одобрено 312 проектов, и 67 из них инициированы именно женщинами. Любой предприниматель, в какой сфере бы он ни работал, да, пусть это будет сфера услуг, сфера производства, сфера переработки, да, они могут для себя найти те продукты, которые для них, конечно, были бы востребованы. Это снижение процентных ставок по кредитам, это гарантирование залогов, это обучение, это стажировка за границей.